Всем здравствуйте! Сегодня обзор посвящен второму заказу по 16 каталогу 17 года Avon. Первое, что мне пришло, это вот такой подарочек. Значит, Pure Blanco классическая туалетная вода 50 мл всего за 49 рублей. Вот, заказывает еще кое-что на Черной пятнице. Это, значит, набор Avon Lux для нее, набор Persif Dew. Тут стоят вот единички. Ничего не пришло. Товар на складе нет. И больше не заказывать. Хотя я заказывала еще 20 числа. Вместе с акцией этой воды. Вот, к сожалению, очень жалко, конечно. Так, ну и поехали. Получила я вот эту водичку. Да, мне, в принципе, понравилась. Она, конечно, не такая, как парфюмированная водостойкая, ну, более побледнее, менее ярче, менее стойкая. Но очень, кстати, приятная, очень свежий аромат, достаточно женственный. Вот, водичка мне понравилась, так как я ее первый раз, в принципе, держу в руках и первый раз нюхаю. Раньше только ощущала на страничке аромат. Вот такое праздничное оформление коробочки. Вот такое праздничное оформление самого флакончика. Крышка такая тут интересная, с лепесточком таким. Дебелая такая крепкая крышка с хорошего пластика, как мне кажется. Приятная вода. Она вчера вечером ее нанесла. Она мне весь вечер пахла под носом. Вот сегодня аромат надежды еще остался. За 49 рублей замечательный аромат. То ли себе оставить, вот не знаю, то ли в подарок куда-нибудь отправлю. Так, также заказала, как вы видите, вот такую увлажняющую, очищающую маски для лица. Были они всего по 99 рублей в каталоге. Вот, заказала из любопытства. Такая уж низкая цена, ну как бы грех не заказать. Заказала, вышли мне по 37 рублей каждая. Вот. Я уже их потестила, одну и вторую. Так, значит, очищающая маска, огурец и чайное дерево, маска пленка для лица 75 мл. В состав входит у нас, значит, масло чайного дерева, экстракт семян дерева ним, экстракт семян подсолнечника однолетнего, экстракт косточек винограда культурного, экстракт огурца. То есть достаточно много полезных ингредиентов. Наносится очень приятно на очищенную кожу. Очень мягкая маска, очень мягкая эта пленка снимается. Держать на 20-30 минут до полного высыхания. Кожа охлаждается в этот период. Пока держится маска на лице, снимается, она какая-то, ну, посвежевшая, мягкая такая становится. Ну, не знаю, мне приятные впечатления в этой маске остались. Уж как она работает, я не знаю, но впечатления мне приятные. Почему бы, я считаю, как бы можно побаловаться и взять. А вот эта маска увлажняющая алоэ и хлопок для лица, мне вообще никаких впечатлений за один раз не оставила. Также 75 мл. У нее, значит, входит экстракт хлопчатника травянистого, глицерин, экстракт листьев алоэ барбадосского. Больше ничего. Это такая кремообразная масса. Ой. Вот. Ну, приятный аромат. У них у обеих приятный аромат. У огуречной там она пахнет огурчиком свежим. Это более послаже. Ну, нанесла сегодня утром я эту маску, 20 минут подержала, сняла, что до, что после, эффект нулевой совершенно, поэтому я ее не подняла за один раз. Ну, допустим, за 37 рублей будет, как бы любопытство свою удовлетворю, по крайней мере, по поводу вот этой косметики. Так, буду тестить пока еще. Так, далее, заказала помады еще опять матовые, вот очередные, все ищу свой идеальный цвет, хотя в принципе нашла, но хочется что-то яркое себе, одну помадку в будущем заказать. Заказала вот такую хрустальную розу и ягодный коктейль, очень красивый цвет в каталоге. Так, я снимаю видео второй раз, поэтому свойчи уже успела на руке сделать. Значит, первая идет, это хрустальная роза, вот она, цвет в принципе совпадает. В принципе, совпадает цвет. Ну, помада чуть светлее. И на руке выглядит она вот так. Вот она. Еще раз покажу. Матовая, красивая. Но цвет явно весна-лето. Она достаточно яркая, броская, бросается в глаза. Но не ядовита. Ну, не ядовита, розовая такая. Цвет красивый, но летний. Теплая весна, вот однозначно. Матовая, хорошо держится. Ну, как попьете, поедите, конечно, она
смывается. Так, далее. Очень красивый цвет. Это ягодный коктейль. Вот он. Тут цвет тоже совпадает с цветом на картинке. На фотографии, конечно, опять же, чуть ярче, чем в жизни. Эти цвета у меня в прошлых видео я показывала свотчи. Это выглядит вот так. Красивый, благородный матовый цвет. С удовольствием прямо купила бы себе, но я просто столько не такой ярко, ну не ярко, а такой темной помады не сношу. Она мне как бы, не могу понять, идет или нет. Но цвет благородный. Кто любит темные помады, кому они идут, это цвет сказка просто. Потому что смотрится не ярко, не броско, но она одновременно темная, благородная. Еще раз повторяю, цвет благородный и, как бы объяснить, богатый, что ли. В общем, хороший, насыщенный, темный, такой бордовенький цвет. На губах смотрится шикарно. Губы не уменьшают в размере, как, допустим, я у себя проверила. Не уменьшают, губы не смотрятся маленькими. Вот. Так что, как, ну, обычно темные же помады уменьшают зрительно, это нет. Тут прям, я не знаю, думаю, себе такую заказать. Ну, как бы для меня целой помады будет много, так как я такое, если пользовалась бы, то очень редко. Так, конечно, рекомендую. Классные цвета и классные помады. Кстати, это я не помню, сказала или нет, что это за помада. Это губная помада матовое превосходство. Это в 15-м каталоге я показываю рисунки. Здесь более хорошо видны цвета. И самое главное, что я заказала для себя, это вот эту кофточку. Я понимаю, что это уже второй раз она вышла. Перед Новым годом, в прошлом году была, она же была в продаже. Сейчас ее повторили. Это блестящая кофточка для вечеринок, женский джемпер. 100% полистер. Вот, 95 вискоза и 5 эластан. Цена вот такая, вы видите. Вот, на девушке смотрится она вот так. Я, допустим, изначально не хотела, чтобы у меня кофточка выглядела на мне вот так вот, с обтянутыми рукавами. Я как бы такой не очень люблю, поэтому я заказала, не стала заказывать на размер меньше, а заказала свой собственный размер, чтобы она была мне немножко подлиннее и вот здесь пошире. И закрывала локоть. Вот. И поэтому я взяла, заказала свой размер по таблице. То есть мой размер 52-54 наш российский. Вот. Параметры, в принципе, подходят. Вот эти. Сейчас я вам скажу, какие параметры мои. Чтобы вы могли, если что, ориентироваться, возможно, еще закажете. Так, значит, обхват груди 109 сантиметров. Вот у меня талия 90 и бедра 115. Я заказала 52-54, это XL выходит. Вот. И что я могу сказать? На мне кофта смотрится вот так. Во-первых, она у меня длиннее. На мой размер, то есть она прикрывает вот эту вот галочку. Рукава ниже локтей. И они не такие обтянутые. То есть у меня реальная получилась летучая мышь, такая, какая должна быть. То есть более свободно. Единственное, что мне не очень нравится, что у меня кофта как бы немножко вот тут провисает. Вырез не так смотрится, как бы обрезает горловину, а немножко провисает чуть больше. Но это, в принципе, нормально, ничего страшного в этом нет. Главное, что она здесь длиннее и в рукавах, и пышнее. Она не в обтяжку, она именно такая, прикрывает все недостатки фигуры. Полной, полноватой. Вот. Так что я, в принципе, довольна. Я рада, что не заказала на размер меньше, так как обычно вещи все больше мерят. Вот. Но если вы хотите, чтобы вам больше она плотнее сидела по фигуре, я, конечно, советую заказать на размер меньше вещь. Тогда она вам сядет вот примерно так, как на фотографии. Так, пришло, естественно, она в таком пакетике. Делает, выпускает в Китай. Сама кофточка выглядит вот так. Вот. Мне кажется, замечательно подойдет и на новогоднюю вечеринку. Дома посидеть, отметить Новый год. И вообще куда-то пойти в бар, в боулинг. Вообще красота. Конечно, на рынок и не сходишь. Качество хорошее. Прошивка, вот эта горловинка хорошая. Трикотаж сам очень мягкий. Приятный. Очень хороший серый цвет. Не темный, не светлый, а такой нормальный. Вот рукава простроченные. Видите, рукава совсем не широкие, на полные ручки хорошо подходят, и не обтягивают, и не обвисают. Такая летучая мышь получается. Вот, ткань, все пайеточки одна к одной пришиты, нет никакого брака.
Вот. Внизу, конечно, идет уже двойная ткань, так как сами вот эта ткань поеточная, она просвечивается. И здесь есть вот такая подложка, она тоже прозрачная слегка, но она зато в двойном варианте ткани, уже ничего не светится, и все смотрится прекрасно, и пайетки, естественно, не колятся. Вот. Так что все хорошо. Прошито все нормально за такую сумму. Замечательно. Мне вышла она в 1100, ну, 170 рублей где-то так. Вот. Эйвон. Тут целый блокнот здесь пришит. Так, так что замечательно, рекомендую, хорошее качество, красивая вещь, очень нарядно смотрится, особенно она в стиле диско. Представьте себе, как в ней можно надеть шикарные такие серьги такого подходящего цвета, сделать красивый такой серебристый маникюр, каблуки, джинсы, вы будете самое модное на вечеринке. Так что рекомендую, девочки. Ну и все, сегодня пока все, прощаюсь с вами. Вот такой у меня маленький заказ. Водичка, к сожалению, ко мне не пришла, я уже сказала, в Черной пятнице. Всем до свидания, до следующего видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.